Всем привет! Сегодня я разбираю большую, шикарную, прекрасную квартиру из клевер-парка. Аж целых 117 квадратных метров. Клевер-парк уже практически завершил строить половину из тех зданий, которые планировал построить. Сейчас строит вторую половину. И уже сейчас понятно, что инфраструктура сложилась. Концепция выдержана. В общем, все хорошо и прекрасно. Осталось только вам, дорогие друзья, купить квартиру и обратиться к нам, чтобы сделать планировку. Вот сейчас мы этим и займемся. Итак, трехкомнатная квартира классическая, то есть три спальни и одно большое общее пространство, 117 квадратных метров, стоимостью 16 миллионов рублей. Надо сказать, что и стоимость-то привлекательная на фоне остальных жилых комплексов. Вот, ну, в общем, думать вам, решать вам, а я вам помогу сделать планировку. Итак, поехали смотреть, как можно что сделать и почему. Прежде чем мы начнем, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, который называется «Интерьерные встречи». Каждую неделю мы проводим прямые эфиры на разные темы, но про дизайн, около дизайн и у дизайн. В общем, все про дизайн. Если вы интересуетесь интерьером, ремонтом и все, что с этим связано, подписывайтесь на «Интерьерные встречи» в телеграме. Ссылочка будет в описании. Ну, а я начинаю. Трехкомнатная квартира большого размера, 117 квадратных метров, прекрасно подойдет для семьи из 4 человек, мама, папа, 2 ребенка, а возможно даже и 3 ребенка, потому что есть для каждого своя спальня, есть большое общее пространство, ну и вообще достаточно мест хранения. Давайте рассмотрим плюсы и минусы этой квартиры касательно портрета той целевой аудитории, которой я описал, то есть семья с 2 детьми. Когда мы заходим в квартиру, попадаем в прихожую, и сразу же при входе есть гардеробная. Это очень здорово, это значит, что дети зашли, одежду бросили, и мы даже этого не заметим из других уголков квартиры. Это очень удобно. Очень удобно, что есть вообще гардеробная, в которой можно комфортно, удобно и свободно хранить одежду. А ведь в прихожей у нас достаточно много одежды. Это не только верхние пуховики, куртки, это обувь. Это шарфы, это шапки, это сумки. У наших милых жен бывает не по одной, а у некоторых даже не один десяток этих сумок. И вот где мы это будем хранить? Гардеробная прекрасно подходит. Из прихожей гардеробной мы сразу же попадаем в один большой общий холл. 10 квадратных метров, между прочим. Это здорово, если у вас есть дети, будет где погонять футбол. Отсюда дальше у нас вполне логичная расположение комнат. С одной стороны, это мастер-спальня для родителей, и это прекрасно, что есть мастер-спальня. Это большой жирный плюс этой квартиры. Не у всех застройщиков можно такое увидеть, и не каждый может этим похвастаться. Здесь есть. В другой стороне это детские комнаты. Вот одна, пожалуйста, вот, пожалуйста, вторая. В чем удобство? А в том, что могут все разбрестись по своим уголкам, что называется, и чувствовать себя спокойно, тихо, комфортно, никто друг другу не мешает, даже если кто-то смотрит громко телевизор или слушает музыку. При входе здесь сразу же общая гостевая зона. Это значит, что здесь соблюдена правильная градация интимности помещений. Это значит, что ко входу ближе всего общественные зоны, то есть кухня-гостиная, а подальше уже жилые комнаты. И спальня родителей вообще в самом дальнем конце, и это вот прям самое-самое правильное. Потому что если, например, пришли гости к вашим детям-подросткам, а это будет часто, я надеюсь, случаться, общение – это прекрасно. Они будут ходить и вас не тревожить. И не заглядывать к вам в комнату, что там вообще такое. Потому что она там подальше в стороне. Это прям правильно, это удобно. И я считаю, что эта квартира идеально подходит для семьи из 4 человек. Пожалуйста, мама, папа. Один ребенок, например, мальчик, другой ребенок, например, девочка. И остается большое, просторное достаточно место под общие встречи. Кухня, столовая, диванная. При необходимости
Можно эти два пространства объединить, убрав вот эту перегородку, и даже в холл можно убрать перегородку, и у вас получится вообще огромнейшее вот это вот общественное пространство, которое можно сделать просто, ну, потрясающе прекрасным для встреч там с гостями, не знаю, там проведения каких-то дней рождения, там, ну и так далее, и так далее. Поэтому квартира обладает таким неким потенциалом, что он подойдет и для одного портрета, и для другого портрета потребителя. Но вот семья, 4 человека, на мой взгляд, вот прям идеально подходит. Так что переходите по ссылке, я оставлю ссылочку в описании. На есть такой ресурс InGraphicon, там есть эта квартира, ее можно сравнить с другими квартирами по разным параметрам, например, с парковым кварталом, который рядом находится, и выбрать для себя наиболее подходящее. Ну, а на этом я заканчиваю. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой планировки. Пишите в комментариях также, что бы вы хотели, может быть, чтобы я рассмотрел, разобрал. Ну и ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, да пребудет с вами муза. Ну и за дизайном обязательно обращайтесь, и за разбором планировок. Ссылочка в описании. Всем пока!